Ну а сейчас к молдавским депутатам. Оппозиционер, лидер социалистической нашей партии Рената Усатый считает, что власти Молдавии преследуют его по политическим мотивам. Так он прокомментировал уголовное дело, которое на него завели в Кишиневе. Усатого обвинили в организации покушения на банкира Германа Горбунцова. Суд выдал ордер на арест оппозиционера, а прокуратура объявила его в международный розыск, поскольку лидер нашей партии находится в Москве. При этом все обвинения Усатый назвал сфабрикованными. Дело возбудили в Молдавии, за что был подан международный розыск позавчера, на основании интервью Горбунцова в Скайпе. То есть, вы понимаете, человек выступил, дал интервью, и возбудили дело по организации убийства. Последние уголовные дела, там реально нужно отправлять к психиатру, извините, тех прокуроров, когда мне возбудили дело месяц назад за то, что я подделал свою подпись. Я выиграл все суды и доказал, что мы не финансировались из-за рубежа. Ну, а нам говорят, ну, выборы-то уже прошли, вас-то уже сняли. Что вы нам предлагаете? Новые выборы сейчас провести? Вот. Значит, абсурд этих уголовных дел, в которых я фигурировал, значит, в течение года наша партия прошла... В 2015 году мы получили более 1000 обысков и допросов по всей стране.